Иоанна. Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене, ну и в конце концов отказаться от тех преимуществ, которые они имели от особых торгово-экономических, инвестиционных и прочих отношений с Российской Федерацией. Та скорость, с которой это произошло, ну, конечно, заставляет искать причину в полном подчиненном положении, в которое эти страны поставили Соединенные Штаты и весь остальной коллективный Запад. Саляму алейкум, Али Саид Бадр. Добрый день, господин. Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные. Инфраструктуру для инвестиций, особенно в промышленности. وبالتالي نحن أيضا في سلطنة عمان دائما سياستنا الخارجية تقوم على السعي لإيجاد الحلول والتوافق بين الدول سواء كانت بين إيران ودول المجاورة لها أو على الساحة العالمية بشكل عام. نحن دولة تدعو دائما للسلام وللتوافق والوئام لأنه نعتقد أنه بدون ذلك لن يهنأ العالم بالرخاء ودعم شعوب المنطقة في مسيرة الازدهار والنماء والتعميق المصالح بين مختلف الشعوب. إذا